поединка. Впервые в истории футбола встретились сборные команды Италии и Советского Союза. Этот матч, состоявшийся в Москве, был в центре внимания спортивной общественности Европы еще и потому, что обе команды претендуют на Кубок Европы. Короткая ответная атака гостей не приносит успеха. И снова мяч у ворот сборной Италии. Хусаинов подает в центр, мяч у Иванова, у Хусаинова. И вот он, гол! Его забил Виктор Понедельник с подачи Хусаинова. Это было что-то бесподобное. И не потому, что я играл против отца этого левого защитника Милана Мальдини. Отец его меня опекал. И я, кстати, гол забил там первым итальянцем в Лужниках. Но эта игра сама была по себе феерическая. Потому что там играли Джанни Ривера, Мацуола, Факетти. Представляете, какие имена были? Пойдем, Трапатони, который Пеле тогда выключил из игры. Они там играли до нас там в Бразилии. То есть это было зрелище что-то потрясающее. Продуманная игра советских нападающих, неожиданное перемещение. И вот на 42-й минуте Игорь Численко удваивает счет. Однако окончательный ответ на вопрос, какой из команд придется продолжать борьбу за Кубок Европы, решит ответный матч.